Дорогие друзья и товарищи, мы здесь собрались в поддержку так называемой протестной реформы про оптимизации здравоохранения. Никакой настоящей реформы нет, а есть попытка захвата чиновниками и их детьми ряда крупных, великолепных учреждений. Скажем нет этой плохой, даже сказать, очень плохой затее. Обращаемся к высшим чиновникам нашего государства. Защитите людей, многие из которых за вас голосовали. Спасибо.